Накануне в Дербент прибыла фура с 10 тоннами дезинфицирующих средств. Такую братскую помощь городу оказала Республика Северная Осетия, Алания. Доставку груза осуществили Рамис Меликов и Феликс Латифов. Они родились и выросли в Дербенте, но в данное время проживают за пределами Дагестана. Наблюдая за всем предстоящим в республике, и в частности в нашем городе Дербенте, наши друзья из Северной Осетии, Алании не смогли остаться в стороне и оказали нам помощь, братскую помощь в виде детсредства, которое мы решили предоставить нашей администрации, главе нашего города, которым распорядиться, я так думаю, что правильно. Я очень хочу поблагодарить главу Северной Осетии Вячеслава Битарова и также компанию ООО «Дезамет», да, Тельмана Засеева. Спасибо, и очень приятно, что все откликнулись и все помогают. Да, и в дальнейшем, когда все это закончится, я думаю, мы будем часто друг к другу в гости приезжать.